Ребятки, время 10 часов. Лена сегодня раньше легла спать. Вон там у нее фонарик горит. Она спит. Я иду с Альмой погулять на улицу. Сейчас. Короче, ребят, тут темно. Прикол в том, что она сегодня дома нагадила, я считаю. Ну, по-маленькому сходила всего лишь 5 раз. Стоять. Всего лишь 5 раз, прикиньте, это очень-очень вообще шикарно, я так рада, блин. Стараемся почаще выводить ее. Да, стой, боже, поводок вихляет. А, куртку я ей забыла. Ё-моё, сейчас я вернусь, ребята, куртку ей не одела. Молодец, собачка. Пойдем гулять на улицу. Смешная какая-то самая. Не сарделька, а этот хот-дог. Хот-дог. А, кто-то писал в комментариях там гаишница. Смешнючая такая. Видите, она короткая. Носок. Носок. Это вам видно сейчас. Это мой носок. Он, наверное, прицепился. Я быстренько забежала, схватила наизнанку вывернутый носок. В карман ложил. Я думаю, что это на полу лежит. Прицепился на там липучки такие. Оно лежало там. Ой. Чуть носок не потеряли. Слушайте, ребята, похолодало. Холодно. Я сейчас выходила на улицу, на градусники посмотрела. 2 градуса. Еще чуть-чуть и будет 0. Офигеть. Холодно, все, блин, какую-то шапку хочется одеть. Я говорю, блин, в детстве мама, нам мамы говорят, одень шапку. Юля, надень шапку. Андрюша, надень шапку. Сережа, надень шапку, да? А мы, блин, бывает, выйдем на улицу. Так, я иду, тут темно, блин, да? Вам меня не видно. Сейчас вокруг школы пройду и да, домой долго гулять не буду, холодно. Ну, чтобы Альме нельзя много гулять, поняли, да? Чуть-чуть, она уже пописала, сейчас еще пробежится, да и все. Вот, а мы в детстве, бывает, выйдем на улицу, там в школу идем, да? Тут же с подъезда вышли, оп, шапку в портфель или в карман, и вперед пошла мадама такая, знаете. Че мы так делали? Для чего? А сейчас так хочется шапку одеть, и выхожу на улицу, смотрю, там люди ходят без шапок. Думаю, ну что, я как дурочка одену шапку и буду идти, и не одеваю до последнего, а одела бы, поняли, да? Вот что такая какая-то странная у нас башка? Как-то мыслит непонятно. И Лене тоже, Лена, в школу идешь, одень шапку. Да не, мне тут добежать, то все. Ну да, капюшон. Ну, капюшон еще более-менее можно заставить. Но, правда, сегодня с художки шла, ту шапку одела. Я говорю, ты точно в шапке? Да, точно. Но она мне не врет. Она, если говорит, если она без шапки, она скажет, что она без шапки. Я, например, там поругаюсь. У нас, слава богу, такого нету. С Леной она умничка насчет этого. Слушайте, как холодно. Вообще, Альма бежит в куртяке. Пошли. Курточки. Надо ей что-нибудь. Это такая, ну, все равно осенняя курточка. Она, видите, она ей короткая. Вон попка вся на улице. Это попка на улице. Вот, надо ей что-то такое поконкретнее, прям зимнее что-то взять. Потому что с ее проблемой надо ее беречь как-то. Поэтому сейчас длительных прогулок у нее нет. Вот так вот быстренько вышла. Вот это вот сейчас самая длительная прогулка. Обычно мы сейчас выводим, она только там дело сделала и сразу домой. Сейчас вот я первый раз за день она вокруг школы сейчас пробежится. Просто хотя бы.
Конечно, это порода энергичная, ей надо долго гулять, много бегать и так далее. Ну, стараемся дома ее чем-то занять, в мячик с ней играем, всякое такое, потому что на улице ей сейчас до полного выздоровления лучше не рисковать. Сейчас приду, поужинаем, да тоже будем спать ложиться. Боже, 10 часов, ребенок уже вырубился, потому что устала сильно. И то она в телефоне сидела, я говорю: Леночка, выключай, чтобы ты выспалась, организм, чтобы восстановился. Такие тяжелые дни, загружены, надо спать. Ну хорошо. Я пока там что-то стирку развесила. Захожу, она уже спит, все. Ну, чего ты стоишь? Пошли, ножки холодно. Тебя бы какие-то сапожки, да такие альве, ботиночки, на каблучках. Чтоб цокала. Цок-цок-цок-цок. Как лошадка. Конячка. Идем, идем. Ух, нифига себе. А может сейчас уже и ниже даже 2. Прям такое, там мне эта куртка уже холодно. Она такая весна-осень. И как-то, ух, так. Аж этот самый нос замерз. Нос замерз. Прямо стихии, стихии. Фух. Все, идем потихоньку домой. Все, пришла с улицы, ребята. Фух. Сергей еще не освободился, он хочет доделать видео на утро. Время без 20:11. Ну, раз у меня есть свободное сейчас время, я сейчас быстренько сделаю, чтобы как раз Лене на завтрак было. Вдруг она блины не захочет. Куриное филе, которое размороженное, я сейчас быстренько его ну, пожарю, как я обычно делаю, и на бутерброды. Можно его резать. Добавлю только приправу для курицы, соль, перец. А, блин, свет. О, вот так вот, потому что будет засвечивать. Я вспомнила. Так, шашлык. Для курицы мне надо что-нибудь. Вот кавказскую можно. Она прикольная. Кавказскую. Да где, где, где ты? Курица, вот она. И для курицы. Оп. И перец. Перец. Где ты? Ничего найти не могу. Смесь перцев есть, пойдет. Ой. Все, и теперь с обратной стороны проделываю то же самое. Соль. Приправки и перец. Сковородку включила, сейчас быстренько приготовлю. Я заранее ничего особо не мариную, так быстренько, оно все равно вкусно получается. И быстро готовится, и вкуснее, чем колбаса получается. Так, опять сегодня поздний ужин будет. Вот так вот просто перемешиваю. Можно чеснок сюда, можно соевый соус, что угодно. Можно в духовке, конечно, запекать, ребята. А, кстати, как раз вот я показала, как я просто делаю. Недавно кто-то меня спрашивал: Юля, а как ты делаешь это вот куриное филе, которое на бутерброды режете? Я раньше запекала в духовке. Но это больше возни. Духовка, пока она разогреется, то все. Просто на сковородке, ребята. Даже можно особо масло не наливать. Чуть-чуть сковородку смазать и все. С одной стороны, оно быстро готовится, это ж куриное филе. С одной стороны, потом на другую сторону перевернули. Я крышкой накрываю, и все. На среднем огне все обжариваю и готово. И как раз будет куриное такое мяско Лене на бутерброды. Что ты, Ласа, хочешь? Ласотень, ласотень, кошечка хорошая. Вот она, Ласа, ласотушка, колотушка. Рыжуха, да? Ты рыжуха, что? Что тебе дать? Что тебе дать, да? Ты что, скажи? Ты что, мама? Не видишь, я что-то хотела. Что-то хотела, дай мне что-то, да? Сейчас я тебе насыплю еще покушать, пожалуйста. А, услышала. И Альма услышала. Сейчас накормлю их еще раз. Та-дам, мамочка. Та-дам. У нас ужин. Ужин, да, ребятки. Вермишелечка, куриная филешечка. У меня, у Сергея. Помидорки открыли. Блинчики есть к чаю. Вареничка, мед. Хлеб, чай, все, все как полагается. И животные с нами. И животные, все. Уже спать. Ласа-ка. Ты что? Ласа. Втыкнула, а? Все хорошо? Ласка. Ласа. Ласа-кошка. Что-то думает. Что-то думает себе, что-то думает, да.
Да. А это ногти грызет? Ну, как обычно. Выгрызают там что-то, какие-то грязьки. Все, ребятки, ужинаем, и день окончен. Всем хорошее настроение, всем спасибо. Спасибо за многочисленные комментарии. Пишите, ставьте лайки, не забывайте. И подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока, ребята.